18 марта стартует наш обновленный онлайн-курс «Второе дыхание», в котором принимает участие дружный преподавательский коллектив из разных стран мира. В программу курса добавлено два новых модуля, которые провожу я. Углубленные дыхательные техники и работа с опорно-двигательным аппаратом в контексте практики пранаямы и медитации. Об этом курсе я еще расскажу в отдельном видео. Уже сейчас, не дожидаясь конца марта, вы можете принять участие в трех моих бесплатных мастер-классах. Это три стрима, которые пройдут 22-27 февраля и 6 марта в 19:00 время по Москве. Первая встреча будет посвящена техникам форсированного дыхания. Я представлю пурнабхастрику. Мы подробно, пошагово разберем, как осваивать эту одну из самых мощных гипервентиляционных техник, какие существуют противопоказания и техника травмы безопасности, ошибки, погрешности в практике. Все это мы разберем, и вы получите подробную обратную связь. Вторая встреча будет посвящена развитию статического и двигательного контроля дыхательной мускулатуры. Я расскажу, какие в этой области существуют подходы и методики. Мы разберем все ключевые факторы, которые влияют на качество дыхания и на задержку дыхания. Попробуем разные техники и подходы, и, возможно, уже на этом занятии вы обнаружите, что ваша задержка дыхания стала больше. Третья наша встреча будет в каком-то смысле обобщающей. На ней я представлю, как работают механизмы вегетативной регуляции, как используются рефлекторные техники и приемы в практике дыхания. Техники рефлекторной стимуляции очень широко используются в пранаяме для того, чтобы воздействовать на тонус вегетативной нервной системы. Существует ряд прикладных аспектов и некое универсальное понимание, которое я надеюсь донести до вас в этом уроке, чтобы вы могли лучше разбираться в контексте своей личной практики и использовать эти техники ровно по их назначению. Жду вас на моих бесплатных мастер-классах. Регистрируйтесь сейчас по ссылке под этим видео. При регистрации Telegram-бот сразу отправит вам ценный подарок. Это видеогайд, посвященный физиологии базовых дыхательных техник. В этом видео лаконично изложены основные физиологические эффекты 10 дыхательных техник. До скорой встречи, друзья!